Добрый вечер, дорогие дамы и господа. Сегодня у нас звездный бот. На боту у нас будет звездочинница Люкс, а также звездочинница Джинкс. За Джинкс играет наемник, он же серый. Всем привет. Да, вот. И еще у нас с нами на мид пойдет На Вадим. миду мог без Так, кита. тихо, в это вот не выражайся. Так вот, поехали. Значит, мы загружаемся. Сейчас мы пойдем. У него там дух сияния Ари на миду. Кто там она? Седьмой ранг, ну, в принципе, да, 300 очков не наиграно, значит, слишком слабенько. Посмотрим. А у них сцена, между прочим, на каблуках. На минуточку. Ладненько, погнали. А еще мы сделаем вот так. Ой, звездные защитники, прям аж музыка играет их. Погнали, 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 погнали. Let's go, let's go. И Вайка такая впереди ведет нас, знаешь, как будто, блин, страж таких защитников. Что, мы первым качаем, наверное, Ешку, по сути, правильно? Потом будем качать кушечку. Было бы прикольно, честно, на них немножко наехать. Каким-то образом. А, да, вон, уже приехали. Да, мне нравится, как они агрессируют. Ну все, мы слились, можно сдаваться, по сути. Катка началась. Не, я тебе говорю, что они дамажат очень жестко. Ну, мы это вырежем. Гениально. Да что-то прям вообще все плохо. Кто-то даже мидер пришел. Я просто хотел поставить к ним туда вардик, посмотреть, что у них там происходит, и тут они уже нас нагибают. Они что, туда вард поставили тоже, что ли? Ребята, хорошее начало видео. Да. Это вообще просто. Ну а чё, без провалов ничего не бывает. Так сказать, для начала надо немножко провалиться, чтобы потом подняться. Но так это такая прикольная Что, если мы обоим даем другу атаки? У нас такие классные, блин, эффекты, когда мы попадаем атакой. Такая звездочка появляется классная. Погнали, погнали, погнали. Ари больно бьет. ЖК1. А, так они не Оп, бэкались даже. оп. Значит, можно потихоньку их дамажить. Слушай, вон Сенна там лоу хпшна. Что ж такое? Так, сейчас еще второй уровень будет, а может стан появится. Отпугиваем Сивирку от ее фарма. Ей не положено фарм. Берем на наш вторую стан. А чё мидслит? Еще не все потеряно, Вадим. Еще все будет. Ну да, прикольно. Найс, стан. Что она долго шла, как так нам это? Сенна, Сенна, Полена, Сенна. Ой, так у нее щиточек есть даже. Но он ее не спас. Да, нормально. Воруем Йока Ламене, блин, у Адекери все киллы. По традиции. Сенна начинает агрессировать. Блин, повезло некоторым, что она так. Пришел на лайн уже без какого. Бывает, что бывает. Нам бы бэкнуться серый, честно говоря. Я боюсь, что сейчас Сивирка может еще прийти. Эй, Люкс, а у защитников есть перерывы на обед? Вообще шикарная фраза. Берем еще этот вот. Да, тут на тотемчик не хватает, к сожалению. Зато у нас есть уже ботиночки и жезл. Погнали дальше. Погнали, погнали. Дух цветения Ари, блин, Йоклам. Она без маны такая стоит на миду, бесстрашная. Вайка не зайдет даже. Она тебя запушивает, между прочим, даже.
Так, Санатопи у них Сет, Виего у них Лисник. Я боюсь навязать любой трейд. С Аричкой? Кофе я. Ну, спокойно. Она уже... Да. Бамс, попалась немножечко так. Сейчас она будет смайт. Смайт. Смотри, какой вард красивый, блин. Прям вот видно, что они хотят мне его отдать. Фармимся, спокойно фармимся, к нам Виего завитал. Стоять! Сразу в Севирку. Блин, а что, я не попал? Догонишь ее? Да, отлично. Называется, хоть и застелил все киллы, но прекрасная Джинкс добила Васечкой ту самую Севирку, Зефирку. Она не успела щиточек включить вроде свой. Или она вообще его не планировала? Она уже его юзала. А, да? Да, да. Ну ладно, тогда ей не повезло. Считай, вот нас сейчас Виего загангал, и мы вдвоем отразили ганг, да еще и забрали троих. Это насколько мы overfull, overpower, так сказать. Ой, блин. От не слабо так уже дамажит эта Ешечка одна. Сейчас, может, подойдет чуть ближе эта сцена, там Виего где-то гуляет опять. Поставлю здесь тотем, чуть-чуть вот с этой стороны. На бэк. Окей, окей, идем на бэк. Ну и легендарочка, ну и классный скин. Теперь у нас есть уже еще один классный предмет. Сейчас еще вот это и вот это все. Едем дальше. Тотемчик мы сразу идем ставить в этот кустик. Сюда. И идем смотреть дальше. Виего 0-1. Ладно. Засранцы нам пушат башню. Ракошу взяли. Шо тебя сразу закидывают скиллами? Так. Там Вайка пока бегала за Виего. Она потеряла время, пока она могла кэмп забрать. Так он уже взял. А куда ты там побежал? Тотем ставить? А зачем на тот дракона, если дракона только что взяли? Там бессмысленный этот вар. А у них тотем в пижаме. Тоже скачки там. Конечно, я только что использовал красный тринкет, чтобы почистить тотемы. А у Вайки еще есть один. Окей. Еще один вард поставили. Зоним эту самую сцену, чтобы она не зашла на лайм. Иди сюда, поближе ко мне, иди сюда. А, еще и где-то пришел. Что такой разнос жесткий, прям две ульты сразу. Промазал Ешечка, я бы ее убил бы тогда. Ну, убежала, наверное, уже. Щиточек использовала. Этот мир видел слишком много тьмы. Ладно, жалко, ульты нету. Ну, скоро появится. Идем дальше. Забирать пластиночки. Не даем крипам подходить поближе. Вайкат на лоу хп старается дальше фармить свой лес свой. Ну
Очередная сцена приехала. Опять она хочет умереть. Ой. Она чуть меня не убила, боже, слава богу. Так, попались. И звездный свет этой башни больше нет. Погнали дальше. А вон Зефир идет. Куда-то идет. А, она за мной шла, да. Значит, точек не спас от последней атаки, ладно. Есть ульта? Ох, красиво. Красиво, красиво. Теперь у нас есть мифик, теперь у нас все есть. Золотое, что надо, так у нас есть. Все, поможем на миг. Пошлите, пошлите на миг. Что там, пинги какие-то страшные идут. Непонятно, где лесник, походу, находится, да? А вдруг он забирает Герольда бездны? Надо пойти туда в Артик тоже тыкнуть. Там агрессирует Аричка. А там уже есть тотем, но мы не пойдем его забирать. Есть вроде еще один рывок. В принципе, нормально. Да, урон хороший. Ничего, мы помстились за тебя, если что. Не переживай, Вадим. Так, идем дальше башенку. Подубасим чуть-чуть за пластинки. Джинкс дефает бот. Там Герольда до сих пор никто не забирает, но и Вар там еще стоит. Забираем этих крипов и забираем пластиночку. Все. Стой на месте, не трогай меня. Ой, а чё я не выдал эту? Что-то я прям вообще немножко что-то промазал, да? В нее бы ульту полетела бы твоя бы, Джинкслы. Слышишь? Серый, лучше бы ты ульту запустил в нее, она там такая лохпешная осталась. Так. Еще больше, чем мы наносим, блин. Она тоже дамажит не слабо. Бум. Попался. Сейчас бы, если бы Ешка еще попасть в него, то можно было бы его забрать. Вон он бегает там. Еще пластиночка. Так бесстрашно стоять и это вот. Не думать, что тебя убьют, это да. О! Красота яка. Помогите мне, Сэна сейчас даст леща. Ах, зараза. Что такое? Ладно, бывает, бывает. И такое бывает. А, не, мы лучше соберем вот это вот, да? И еще вот это. Что, Серый, как тебе Джинкс, нормально? Нормально. Классный чемп, да? С таким еще костюмом классным. Дракошу забираем, дракошу, дракошу. Плюс защита против этого всего. Ладненько, отлично. Помочь бы нашему Атроксу как-нибудь еще на топе с Сетом. То, что Сет вообще немножко злой. Димон Зила, да? Понятно. Сразу видно, словно мейнит деда. Зилиана, да-да-да. Зараза, забрала вар. Ладно, поставим новый. Не почистим ее старый. Ну да, да, постреляй меня. Ну да, да, постреляй меня, да. Опс. Попался в ловушечку. Зайка, блин, обидно. Как, наверное, да, в тумане бежит, бежит, бежит. Я такой, блин, я поймал стан, ёкарно. Красиво, красиво. Следующую забираем. Отлично. Такая крыса, вы видели? Вообще взяла, вылетела с этого, с инвиза такая. Отсюда, не видно ее нигде не было, она такая, здорово, говорит. Эй, погоди-ка.
Сейчас Строкс такой, hello. Ну не, побоялся. Сет смещается куда-то, не смещается. Решает все-таки добить, наверное, башенку на топе. Да, он идет это делать. А Трокс сразу же выдвигается за ним. Ой, скорее всего... А, не, он не сможет. Башня все-таки еще поддержится чуть. Да, нам бы Герольда успеть хотя бы одного бы взять. Серый может начинать Герольда, по сути. Сильно не составит труда, наверное, его забрать. Вайка поможет с этим там немножечко. Расправиться, да-да-да. Надеюсь. Все. Да, Трокс даже по этому сдох от этого всего. Мы забираем нашего огромнейшего жука. Шикардосик. Шикардосик. Тотемчик. Так, что мы теперь? Мы можем пойти по топу, кстати, с этим Герольдом, по сути. Мид как бы в хорошем состоянии пропушен. Можем и мид, в принципе, мид будет круче, если пропушим его до прям башни ингиба. Все в крипов попадает. А что он так часто использует свой этот бумеранг? Эх, не успели мы забрать ранее. Сет бежит, сет бежит, осторожно. Валим отсюда, валим. Не-не-не, не надо мне квадру, я боюсь этого сета. Ладно, еще сена, если подойдет. Да, класс. Да, и уже классно, что пропушили до ингиба, так нормально. Мы забрали. Ну, вначале мы вообще же-то прям цирк устроили, взяли, пошли, слились, это вообще было здорово. Ладно. Ну да, сейчас мы разогнались, нормально тащим. Ох, Сет там еле выживает. Ари приходит еще на помощь к нему, и сейчас Атрок, скорее всего, погибнет. Ну, а Сет, конечно, да, еще выдает пару прокастов, да, нормально. Еще Виягу туда вышел, вот в чем прикол. Не помешало бы туда сместиться, но мы, я так понимаю, пушим дальше мид. Надо туда хотя бы тотем кинуть. А вон там и Виего. Идемте на разведку за ним. Вон он, вниз ушел. Мы тут вар тыкнем. Он наш тотем хотел забрать, негодяй. Встретили Вай. Двойное ассорти. Шо они вытворяют? Последняя тычка на в спину. А шо по урону, шо по скорострельности у нас? А я думал, Ешка попала по ней. Окей. И такое бывает. Ничего, следующий ульта через 30 секунд. Не сильно печально. Тотемчик. Господи, чуть не зачармился, испугаться может. Спокойно бьем башенку, тем самым отзонили сета. О, господи, что случилось? Разорвали Леблан. Надо делать ноги отсюда. Сет скачок потратил даже, ну ладно. А вон и Виега. Поможем ему с птичками немножко. Ну, защитники-то защищают, да? Птичек, о господи, тотем за тотемом. Здесь тоже тотем, но не успеем забрать его, конечно. Попал реально. Осторожно, там это вот идут сзади еще. Офигеть, ты стреляешь, я в шоке.
тоже развалилась, как та же самая Ари. Не, ну катка довольно-таки удивительная. Вначале так взять, слиться, и в итоге вылезти с этого слива. Как я, впрочем, и сказал, надо же куда-то запрыгнуть, куда-то упасть, чтобы потом подняться. Что по объектам? Скоро на шор. И мы забираем вот этот предметик. Не хватает соточку голды, чтобы взять какую-то шапочку Рабадона, ну ладно. Мне сейчас уже гнать будет. А, нормально. Это у тебя третий предмет уже тоже будет, ну. У меня тоже третий предмет, но мне не хватает чуть зараза, чуть голды совсем. Мне тоже немного. У них, видишь, как Арис побил дело немножко этих вот ботиночек, нормально, и еще и изумрудный оберег. Скорее всего, она соберет завесу банши, и будет у нее щит от магии. Но ее не спасет отчасти, да, щит от магии, ведь у нас есть Джинкс, как-никак. Так, мы немножко почекаем наш лес. Кого там встретился это? Давай, может быть, что-то немножко влезем в их лес. Погуляем. Чуть тут посмотрим, что есть интересного. Что? Да-да-да, я тоже что-то услышал. Главное, знаешь, вот погулять можно, главное не загулять, вот в этом плане. Так сказать, кому красный, кому синий. Оля-ля-ля, живи. О, еще один скачок, блин, я просто. Бух, бум, такой урон. Так, все, тикай, тикай, не дай бог, что. Не хватало откинуться здесь. С это там что-то. Никто не может убить, я просто. Что, мы на бэк, наверное, да, пойдем? Предметы, да, закупаем. Пробивку собирать можно, по сути. Я тоже собираю пробивку. Угу. Ну вот, отлично, слушай, мы так закупились еще даже, отличненько. Виего такой ходит по своему лесу, думает, боже, где мой синий баф вроде был, недавно у меня. Но на нем он вроде там еще висит какой-то. Да, он еще есть и скоро закончится. Как бы не встретить здесь того самого Вия. Немножечко погуляем по лесу. Там можем, кстати, к Сету выйти. А вот и Сет. Все, мы его забрали, отлично. Тебе полегчает, если я... Идемте к Зефир. Ого, да, с шапкой урон реально сказочный. Сейчас мы еще и к дракону пойдем. Вега такой быстрый в тумане, честно говоря. А, у него есть этот арбалет. Думаю, нифига себе, что это он выжил еще после ульты. Какая быстрая лиса, я тебе говорю прям. Не попадешь по ней еще. Идемте на мид. Блин, Ари пришла. Блин. А я не успел культу кастануть, эх. Мы немножко здесь загуляли. Ну да, мы пока отвлекали их, спокойно забрали дракошу наших. Нормально. Так, они могут пойти пока почекать просто барона, по сути, некоторые из них, забрать этот красный тотем. Красная душа для меня. Вон там кто-то сейчас сломал вот эту вот штучку, ням-нямку. На меду Зефир стоит. Гляди-ка. И погнали на возрождение. Погнали, еще будем возрождаться. И давать опять люлей из прокастов.
такая ситуация, что у них на Fission, по сути, Сет нормально, и единственный, кто реально может в них играть хорошо, так это Сет и Ари. Вот остальные так вот могут только давать хорошее сопротивление, если кто-то будет поддерживать их, вот в этом плане. Сет, негодяй, пушит топ-башню. Ох, какой урон хороший. Все равно забрал башню. Скоро опять ульта будет. Но он начинает уносить ноги. Ну да, здесь тотем стоит. И скорее всего он уже убежит. Мы не пойдем за ним гнаться, пойдем просто посмотрим, что на миду происходит. Даблкил? Ого. Вот это интересно. Серьезно. Взяли, убежали, как две лисицы, ёпарасоте. Даже краб мансит ешку мою, прикольно. Ловушка есть. Интересно, конечно, куда бы Ари могла убежать, но она по-любому уже бэкнулась где-то. Окей. Что мы пока немножко, так сказать, играемся, гуляем, затягиваем игруху, поскольку мы не забираем барона, что-то почему-то, да. Хотя если мы соберемся и возьмем барона вместе, то мы можем даже хорошенько пропушить. Они же просто берут и дефают лайн, и все. Вот эти вот все ловушки ни к чему вообще. А, классный урон, реально. Капец. Ой, файт не зашел чисто. Ни за что мы пофайтились. Хотя они, если нас сейчас разнесут, возьмут, пойдут барона. Если захотят. Да, за Леблан фиху гонишься. Сейчас там еще встретит Виего. На миду башенка упала. Рекомендуют брать вот этот предметик еще бонусом, но мест для него нету, мест уже нету. Фулл сборочка уже все. Все-таки они решают попушить мид. Сейчас пойдем немножко поможем им тоже. А суть прям смотрю до конца решает остаться, да? Такой убегает сразу в лес. Идемте почекаем, идемте посмотрим. Вон он что-то там забирает крагов. Можем его на этом и подловить, по сути. А мне вот тоже подловили. Все, мне каранты. Леблан догнала эту самую Ари, отлично. И Сенни тоже дали леща. Ну вот опять. Развалились, ёпарасоте. Последний закат. Добивание вражеских чемпионов в течение 3 секунд после тени света. Нормально. Да, платные вечные у Сенни хорошо и хорошо. Дракошу бы нам уже душу взять. И попробовать тогда пойти на барона. Нам же, блин, что они там сделают? Могут разве что закрысить, конечно. Погнали, погнали, погнали. Как бриллианты. Да, серый сразу бежит на дракона, мы за ним. Можно зафармить пока этих волчков. Все, забрали, да? А, ёпарасоте. Не так быстро. Такие резкие у них движения, её просто вроде ты кидаешь на предикт. Ого. Дамаг.
Блин, забрали серого, к сожалению, Виего его заколдовал. Отлично, попали, попали и убили. Уничтожили. Можем пойти, конечно, на топ пропушить, там вроде хорошая пачка тоже сейчас будет. И еще здесь тотем поставим. Отлично. Теперь уж явно мы идем на дракона, это видно. Ой, дракон оборона. Серый сейчас успеет, кажется, возродиться, чтобы получить баф. Отлично. Мы не... А, не, нормально. Тут обзорчик есть. Сейчас тихонечко заберем этого оборона. Рановато я использовал. Все. Так, забрали. Все, и его тоже. Господи, подумал, это настоящий Вадим с таким хп бегает. Идемте отсюда на базу. Забери бар потом. А, ладно. Одна кушка, ешка, все, и сразу смерть. Давайте пачечку немножко запушим. Оп, оп, отлично. ХП мало, мы на базу идем. И восстанавливаемся и бежим сразу дальше. Такой счет удивительный, 22-17, да, круто. Круто. Ах, Виего, он ничего так. А впрочем, нам параллельно, да. Да, и он тоже погиб. Ну, теперь мы можем дальше пушить, поскольку у нас еще барон действует, можем быть и даже на бот попушить. Идемте, идемте. Главное, тут никто же не закрылся. У нас атемчик есть, есть. Чистим, чистим, чистим. А теперь посмотрим на мини-карту. Кто там нашу вайпу бьет? Еще и Джинкс еле уходит, слава богу, что уходит. Леблан догнали. Дистанцию, дистанцию, молодой. Ой, нет, ой, нет, ой, нет, ой, нет. Блин, сейчас Вайка еще, блин, откинется, да. Как я ее убил, не знаю. Трипл килл, серьезно? Блин, забьет сейчас со скачка. Неприятно. Можем продать сапайтом, кстати, честно говоря, но не самая лучшая идея. Она может, по сути, все, вот, крипы даже хотят уже говорить, я заканчиваю игру, блин, мне просто. Тотемчик такой одинокий здесь стоит в ожидании кого-то, э? Старший? А, нет, душа, душа, до сих пор. Надо немножко зону, слышишь, серый, есть тотемчики какие-то? Поставь тотемы. Там, чтобы немножко хотя бы приготовиться к дракону. Да вот уже Виего бежит совсем на всех парах. Мы пока... Там Вайка тоже у нас доходит пока еще. А мы уже начинаем вылетать, да. Уже летим. Так, хорошо. Виего уже стоит в ожидании. Стоит такой в ловушке, ёпмая карёк. Наш Вадим тоже стоит в ловушке, да. Хеллоу. Главное не сдохнуть. Вот нашему леснику главное не сдохнуть. Красиво. Красиво, красиво. Минус один. Все, теперь забираем душу. Надеюсь, нам никто теперь точно не помешает. Дракоша, дракоша, дракоша. Забрали, забрали нашего там орна, тотем орна.
Нам, в принципе, теперь можно реально это вот начать подпушивать чуть-чуть, как бы забирать крипчиков и начинать разбивать снова у них ингибы, восстанавливаться, потому что... Пока действуют старшие, блин, нам что-то надо реально подпушить их, сторожаться с ними. Зараза, купила, блин, это, этот щиточек. Теперь так просто ультой я в нее не попаду, не убью, ё-моё. А куда ты бэкаешься? А как попадать называется? Не тем, не тем, не тем. Хэштег люкс мейнер называется, да? Так. Блин, там что-то намечается страшное прям. Атрокса зажимают конкретно. Взорвалась просто та Севир вообще моментом. Что, следующий барон на Шор, но ё-моё, мы... А, так у меня не было души дракона, серьезно. Закрысили меня. Негодяй. Такие негодяи. Вот факт в том, что у нее есть классный щиточек. Я вот думаю, может мне тоже тогда купить этот щиточек. Несмотря на сумрачное пламя. Где он? Вот он. Поставим его сюда. Все. Так, что мы, давайте ворону, наверное, заберем и закончим, наверное, эту игру. Хотя они и так все там сейчас возрождаются, как раз будет фора. Ну, тоже нормально, ладно, ингибы, потом барон. Серый уже тоже фул закуп бегает, ходит. Это у нас тотем там, да, тотем. Не-не, надо входить оттуда, они сейчас все да-да-да, уже возродятся. Уже возродились. Все, погнали на барончика. Сиять еще ярче. Вот теперь кто хоть более-менее будет на защита, поскольку Ари крысит часто, выходит из каких-то всяких непонятных кустов, да? Выдает чармы и прокасывает. Невменяемый, да. Бум. Сразу так хп так на минус ушло. Хоть у нас и нет уже тотемчиков, но это не означает, что мы не можем чистить их. Ого. Дамаг. Ладно, увернулась, хорошо. Жабку забираем, тут вот пушим. Что-то мы прямо так нормально затягиваем игру, честно говоря. Вообще, до 40 минут. Вот они нас уже поджидают. Вегу может со спины, кстати, зайти. Забили его, отличненько. Диего вытворяет такое, что не снилось прям. Бах, расстрел, все, расстрел, Джинкс расстреливает. Ого, одна ракета, сколько урона. На базе уже добили ее нормально. 1700 урона получила она, да. С душой огненного, конечно, да. Все, ребятки, изи каточка, да, реально изи, прям 40 минут играли, очень легкая, да, легкая катка. Изи мид, пишет Ари. Все, ребята, всем спасибо за просмотр, ставьте огромнейшие лайки, всем удачи и всем пока. Пока.